have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки! Привет-привет! Пойдем мы сегодня с вами в гольф. Если вы помните, у нас были уже до этого режимчики в гольф. Мы записывали. Но с тем гольфом случилась небольшая неприятность в виде того, что почему-то люди... Воу-воу-воу-воу-воу! Легче! Люди почему-то перестали в него играть, хотя нам он очень нравится, но там стало очень трудно найти пати. Да, ёлки! Надо вот так. Да, боги. Блин, тут по-другому чуть механики происходят, как это все делается, надо привыкнуть. Я зашел сюда сейчас просто первый раз, кот нашел этот режим, мы решили зайти поиграть... Выглядит более цветасто, больше графики, более сочно, все дела, но, не знаю, тот выглядел более, так скажем, сдержанно, что ли, спокойно. Здесь музончик повеселее. Посмотрим. Скажите, как, что, каково ваше мнение насчет этого гольфа, потому что, ну, мы сейчас поиграем, посмотрим. В принципе, последнее место, ну да, да. Ну, с другой стороны, мы и каточку не сначала начали, так что... Жилейки! Блин, ты издеваешься? Вроде запульнул в самый конец, а теперь я в самом начале. Три удара? Ну ладно. Есть. Я не люблю желейки. Да, тут кроме обычных вылетов и бордюрок, есть всякие препятствия в виде желеек, конфеток, кляксочек. Нет, согласен, он выглядит по-своему очень классно и круто. Мне нравится, я не могу пока сказать, что тот лучше или этот лучше. Они просто немножечко разные. Я, по крайней мере, доволен, что мы смогли найти новый хороший гольф, который можно покатать. А то как-то получалось, что мы заходили туда, играли, а последний месяц мы просто приходим, и там или вообще никого нет, или сидит 1-2 человека. Я не знаю, почему так. Он был абсолютнейше не багованный, он был хороший, чистый, красивый гольф. И почему люди оттуда поуходили, мне неизвестно. Ну, по крайней мере, есть вот это теперь местечко, куда можно прийти, шары погонять, как плохо это ни звучало. Ну ладно, 8 секунд. Почему этот рейп Старфуд никак не хочет забиваться? Он забил, все. Машок ПР или Моаз А. Вот это имена, вот это, блин, жизнь. Надо будет себе прикупить какой-нибудь мячик красивый, когда закончится каточка. А у меня уже есть красивый мячик. Ну так ты уже играла, я только сейчас играю. Да я в первый раз зашел, я просто зашел. Вообще-то я тебя уже по очкам обогнал. Блин. Со второго раза, кажись, забью. Да, со второго нереально. А я же смог. Я смог со второго раза. Да, со второго раза реально, хорошо. А, я второй уровень, прикольно. Нойз. Нойз. Так, а здесь в магазинчик можно только между катками, да? Да. Да, жаль, ладно. Блин. А если это вот так, вот так? Как мне... А, вот так переключаться. А как? А, так. Мышкой переключаться, у меня есть 1500 монет, я могу купить себе ящичек. Стой, а ты можешь зайти в магаз? Да. Как? Нажми на М. Что-то я так и думал, что это М. И... Так, скинчики, магазинчики. Мне выпал шарик маршмеллоу. 1500 монет. Да, давайте, давайте. В общем-то, 1500 это купить шарик, 1500 это шляпа, 1000 эффекты. О, новый шар. Черные полосы. Все, крутяк. Так, по крайней мере, будет веселее играть. А что за черные полосы? Так. Как твой шар выглядит? Ага. Нет, нет, фух, фух, фух. Как же повезло то, что моя маршмеллоу не такой, не такая круглая, как другие мячики. Мне реально повезло с этой стеночкой. С третьего раза. Блин, с четвертого, наверное. Слушай, твой мячик красивый. Да, с четвертого.
Мячик симпатичный попался, мне тоже понравилось. А как тебе моя маршмеллоу? Сейчас я тебя найду. Или ты уже забил? Я уже забил. А, я так не увижу. Надо следующую карточку глянуть, я так не увижу. Я, в общем-то, просто обычная маршмеллка. Даже не шарик. Квадратный? Да. Играть квадратным мячиком самое то, согласен. Я же сказал, моя поверхность не круглая, поэтому я выигрываю. Ты просто застреешь в правильных местах. Да. Офигеть, вот это ты рикошетнул, чувак, красиво. Да у меня точно так же было, красиво. Ты на Бонни Бойла смотришь? Да. Ага. Так, со скольких я кодов забил? Я все равно выигрываю у тебя. 3 раза. В общем-то... Ого! Ты меня видишь? Я маршмелка. В самом конце. Чё-то тебя так, уйди. Нету. Ну ладно, давай я забью. Я не тебе говорил уйди, ну ладно. Я уже опять забил с 3 или 4 раз. Офигеть, ты смотри, где я остановился-то. Да я вижу, вижу. Не повезло. Не фартануло. Сколько, 4 получилось? Это было сейчас очень... Леон Николь тоже красавчик такой, чуть-чуть не добил. Ну, я пока что просто не знаю, Ой, блин, вот это сейчас было просто... Это фиалка, братан. Я еще просто не понимаю до конца механик вот этого гольфа, насколько здесь сила удара. Там у меня уже было все просчитано, здесь мне приходится еще задумываться. Так. Почему никто не хочет пойти в другую сторону, как я? Я буду гораздо умнее, чем вы. Нет! Блин, 3 раз забью. Кстати, видишь меня? Я маршмелка. Вижу. Как тебе? Увидел тебя, да. Блин. Просто блин. Просто вареник, да. Блин, твой полосатый шарик гораздо лучше моей маршмелки. Почему? Ну, у тебя неоновый. Да он не такой уж и не неоновый. Хотя у меня есть преимущество. То, что ты квадратный? Да. Да. Так. Блин, бедный сквиши. Флам. Бедный сквиши. Давай, чувак, ударь. Ты сможешь. Черт! Блин. Он не успеет последний удар сделать. Блин, просто это фиалка, братан. Это фиаско. Так, ладно. Я забил 4 раз. Блин, ты все равно выше меня. Да. Блин. Ты крадешь мои монетки. А что, как? Почему я в траве застрял? Най! В смысле, я должен... А, нет, не отсюда бить. Блин, эта долбаная желейка, она слишком желейная. Да ладно вам! А как? Да, я смог! Смог преодолеть первое препятствие. Так, а это надо как рассчитать силу, чтобы залететь именно на этот средний островок? Вы чё? Ну, я на максимум просто сделал все. Но это издевательство. Я этот раунд сейчас продую просто в чистую. Значит, я буду на 5-м месте, а не ты. Он не это, он вообще не это. Или пере это, или до это, ладно. Да блин! Ты издеваешься. Я не... Это как вообще? С какой силой я тогда должен это делать? Хорошо, хорошо, знаете что? Да блин. Ультрабоги. В общем-то, я просто с максималки решил это стрелять. Нет! А если же... Блин, вот бы мне сейчас... Блин, у меня еще и угол фиговый оказался, да? В общем-то, когда ты сам начали... Вот прям в самом начале ты просто на максимум бьешь
И ты отрикошетишь прямо к финишу. А так перелет. Ну вообще круто. Да, я не забил. Поздравьте меня. Да, я выше тебя, уху! Так, стой, я сейчас тебе это буду это. В смысле ты выше? Почему? Даже вообще своей... не прошел. Ну блин, потому что ты с 12-й попытки забил, это все равно что 0. Ты вообще не забил. Блин, там люди с первого раза бьют. Да, я вижу. Я даже примерно понимаю, почему это так. Долбанный рикошет. Привет. Нет! Так, здесь надо вообще быть каким-то ультра-супер-богом. И как? И никак. Блин, вот бы как в том старом... Нет, перелет! Черт, еще и рикошет! Еще и... Ох ты ж! Чтоб тебя... Так, я это тоже не забью, все хорошо. Нет! И, кажись, я это тоже не забью. Короче, я просто на максимум все наплевать. Я забил. Я забил! Как? Я просто решил по фану. Вот это дичайший рандом просто. Ну, не знаю, это было сейчас сложно. Я выше тебя. На 4! Лох. Ты это видел? Ты видел мой рикошет? Видел. Что это вообще такое? Блин, почти со второго раза. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Нет-нет-нет, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, все. Ты блин... Да как? Нет, ты что делаешь вообще? С пятого раза. Пусть ты это тоже не забьешь. И в принципе, пусть все не забьют, и я буду на первом месте. Лохи. Играть не умеете. А ты где? А я все. Ну давай просто на максимум по фану сам вперед. Меня сбрасывает, потому что там есть треугольничек. Это тогда какой рикошет должен быть такой, чтобы тебя не сбросил треугольничек? Ох! Это было так красиво. Я сам не ожидал. Офигеть, это вот прям сейчас реально было хорошо. У чувака вон звездочка катается вообще. Патрик. А прикинь, можно было через эту кляксу вон там по мостику. Да. Я до сих пор на пятом месте. Да. Так, что тут? Как тут? Ты, ну ты видел? Видел? Нет! А, так, я понял, как это делается. Спасите. Да. Я просто каждый раз буду на максимум все делать. Ой, я долетела аж до молочной речки. Ха! Надя, черт! Я... А, я сейчас почти что это же, ну, тут наши полномочия, все. Ай. Да блин, я сейчас просто вообще на другую арену улечу. Да! Пожалуйста, только не открывайся, когда я буду ехать. Нет! 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 Черт, извини. Вот, блин. Сейчас. Ты мне? Ну да. Слабее надо. Слабее? Это как слабее? Стой. Сейчас. Скорее, скорее, скорее. Очень слабенько. Ну, средне слабенько. Давай. Да. На последней секунде. Просто красавчик. Молодец. Я до сих пор на пятом месте. Да, но у нас 3 очка разрыва. Так. Зачем там трамплин? Ага.
Ауф. Нет! Ненавижу рикошет. Да что это? Так. Да. Повернись. Пар. Я с двух раз, что ли, сделал? Или шесть? Я с трех. Если бы я слабее чуть-чуть пнул бы... О, я открыл себе достижение игл. Слушай, кажись, я понял. Кажись, ты опять на пятом месте будешь, я на шестом. Фух. Не нравится. Патрик Нуб 19. Ну-ну. Все знают то, что Патрик Нуб. Так, 190. О, можно вот этот мячик, можно черную дыру. 6 тысяч стоит, блин. 1000. Не, пока ничего не буду покупать. Меня вполне устраивает мой скин. А сколько у тебя денег? 190. О. Я бы хотел купить себе шляпу. Ну, полная шляпа. Так, у нас один очко разницы. Я теперь на четвертом месте. Ой-о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 й. Пожалуйста, пусть мне повезет, и я пойду вообще в самый конец одного удара. Кажись, я пойду реально в самый конец одного удара. Ну, два удара. Блин, кажись, тоже два удара. Три! Как? Четыре! А, я тебя обогнал. Трипл боги. Тройной боги? Что вообще эти боги означают? Ну, это термины из гольфа, к сожалению, я их не знаю. Ребят, кто знает, пишите в комментах, кто ближе к гольфу. Мы на самом деле не профессионалы, мы просто заходим пофаниться, поэтому, к сожалению, я не знаю. Можешь пойти почитать об этом, кстати. Так. Блин! Рейджор. Остановился так. Пань-пань-пань-пань-пань. Блин, это такая боль. Я хотел в двух раз забить. Вообще, верните мне обратно четвертое место. Ты украл мое четвертое место. Ну, чуваки, бейте! Фух, все успели. Итак, два. Нет, ты на третьем я месте! Я на третьем месте в общей таблице! Нет. Вот это уже круто! Ну за что? Почему не я? Я тоже хочу. Умри. Ах ты ж. Я должен забить гораздо больше, чем ты. А, оно еще и... Ах ты ж, ёлки-палки, оно еще и... Ха, так слишком сильно, понятно. Значит, 80... 85. Да, нормально. Я за... Нет! Есть. Дай, ну дай мне хоть на третье место. Как ты сейчас так ударил? Дай мне на третьем месте посидеть хотя бы первый раз. Посиди, садись, присаживайся, пожалуйста. Да блин. Блин, ну до первого места у чувака 65 на первом месте, до него офигеть как далеко. Надо 95, наверное. Неужели мне повезло? Ну ладно, 93. Ха, я займу твой... Нет! Я займу твое третье место сегодня. Ну точно, ну должен. Я... Пожалуйста. Это можно было сделать гораздо лучше. Ладно. Я застрял. Поздравляю. Я в траве застрял. Поздравляю. Я прошелка, я никак не могу выбраться. Застрял. Блин, бедный чувак на медузе. Нет! Ну, блин, меня, кажется, сейчас обгонят. Ну, Фердинанд, оба. Тук. Прикольный эффект с молоточком в конце. Ну все, меня...
Ну блин! За 6 попыток, за 9 попыток. Ты можешь еще вырвать у того чувака победу. За что так со мной? Ты видел? Черт! Это мог быть с первого раза! Со второго раза! Как я просчитал этот полет между шоколадками, вообще не знаю! Знаешь, эта игра такая же говно, как это. То есть, когда начинает бомбить, оно-то да, конечно. Я мог забить это с первого раза, мне не хватило буквально пару сантиметров. Да все, я уберу эту игру из своих любимых, да ну нафиг. Нет, ты не сможешь, потому что ты сюда вернешься. Да пошло оно все. Бомбиссимо. Вот туда, целься сейчас в красную желейку. Красную желейку? Со 100%? Но надо, чтобы между шоколадками пролетай. Между. Что? Это как между? Ну, просчитай траекторию, когда они не сходятся. Я понимаю, что это трудно, я знаю, что это трудно, но это можно. Да пошло оно нафиг. Нафиг то, что я не на четвертом месте. И вообще игра говно. Я, по-моему, единственный человек, кто с двух раз забил. Нет, я, кажется, на шестом месте окажусь. С трех! Пардоньте, с трех. Что вы делаете? Блин. Надо 85 попробовать. Я застрял в желейках. Горки! Поинк. Там горки, прикинь, горочки. Блин, я не понимаю, мы в гольф или в пинкбол играем? Боги! С 5 раз. Ты забил с 5? Да. С 5 раз. Да, у меня тоже. Надо посчитать, то ли с 5 раз, то ли с 6. Ну вот, я, кажется, потерял свое 5 место. Сейчас я буду на 6. Ну вот, все, фиалка. Это фиалка. Блин, чувак, как ты не... Давай, сильнее, гдыщ. 100% давай. Ау. Бедный чувак. Симпа! 2013. Значит, ему, наверное, 7 лет. 8, Карл, сейчас 21 год уже. А-а-а. Обидно вот так вот ехать по досточке и не доехать, да? Очень. Он еще и не ту досточку выбрал. А, прикинь, время дает ему доехать. Если бы у него был еще один удар, он бы сейчас победил. А-а-а. Ну нет, что ж, третье место, это победа, дамы нет, и господа. Шестое место, за что? Первая каточка в этой игре и третье место, я считаю, это есть достижение. Ты читер, да вообще все читеры, да пошло оно нафиг. Нифига я не читер, смотри, я на третьем месте. Люди на третьем месте не бывают читерами. Говно, а не игра. Так, ой, тут Арктика, Грейвьярд. Верните мои деньги. Грейвьярд. Ладно, ребятушки, на этом тогда, наверное, сегодня все. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.